настроение синий, и на ресницах иней. Неудивительно при такой-то погоде. В Тюмени с утра -28, зато днем уже -23. И самое главное, 30-градусных морозов в этом году больше не будет. Но если вы все-таки замерзли, есть отличный способ согреться. Причем совершенно бесплатно. Сделайте несколько кругов вокруг любой новогодней елки. Можно быстрым шагом, но лучше бегом. Согреетесь, а заодно скинете калорий 150. Кстати, чтобы сжечь такое количество, вам пришлось бы полчаса пылесосить квартиру, 45 минут смеяться без остановки или целый час целоваться. А вот это неплохой вариант. Советую попробовать.